Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы начинаем новое прохождение, начинаем новый хоррор. Эта игра, как вы понимаете, Condemned 2, как вы уже успели увидеть по названию, собственно, этого видео. И могу сказать, что по хоррорам я, да и вы, очень сильно соскучились, потому что их давненько уже не было на канале, то есть со времен края эфира ничего такого действительно страшного и не выходило. Собственно, эту игру я давно уже планировал пройти, но как-то все руки не доходили, все было не до того. Тот же самый Silent Hill вышел, который хотел поиграть. Давай не будешь, что тут у нас никакие заставки показывать. Тем не менее, я думаю, игра будет интересная, потому что я ее в свое время попробовал поиграть, но там по ряду обстоятельств мне пришлось прекратить буквально на первом уровне. Но, тем не менее, вот то, что в первой серии у нас будет, это, скорее всего, будет не слепое прохождение, потому что я вроде как даже помню, что там сейчас будет, да как. Но, тем не менее, я играл в это вот в начало, где-то, наверное, 3 года назад, когда игра вышла, поэтому не особо хорошо все это помню. Давайте начинать. Игра является прямым сюжетным продолжением предыдущей части. Так, это у нас начало такое. То есть главный герой у нас тот же Итан Томас, только единственное, как вы видите, у него лицо как-то кардинально изменилось. В предыдущей части он был таким наполовину латиносом, наполовину азиатом каким-то. Здесь же просто европеоид какой-то заросший бомжара. Но, тем не менее, основная сюжетная канва та же самая. После той шумихи, которую он устроил в предыдущей части, его отстранили от дел, и он скатился, бухает, бомжует, и, короче, вообще с ним что-то не очень хорошее происходит. Дайте помогу. Хватит сидеть, говорит, на морозе. Отвали! Я просто предлагаю. Не нужен так со мной. Короче говоря, тут должна быть заставка, в которой нас выкидывают из этого зала. Почему-то ее не было. Возможно, потому что у меня... Я скажу тебе, ты пахнешь хуже, чем я, когда я сплю в мусоре. Короче говоря, мы находимся на улице, пока не понимаем, что происходит. Так, мы можем ответить ему. Да пошел ты! Да ты, говорит, тот еще говнюк. Так, ладно, что мы тут делаем? Мы на какой-то помойке. Нас выкинули из бара, потому что мы что-то творили, там набили кому-то морду. Я не хочу, говорит, с тобой спориться. Давай я тебе покажу. Я тебе сейчас кое-что покажу, и мы станем друзьями. Следуй за мной, говорит. Так, специальное движение. Ну, то есть это... Пройти, пролезть, хорошо. Крыски ползают. Графика неплохая, движок тот же самый, что и, собственно, в Фире во втором и в первом Condemned'е. Помоги, говорит, мне открыть эти ворота. Вали с дороги! Вот так. Блин, ты замок сломал. Ну, милости просим, мой милый друг. Так, ладно. Блин, да что творится? Здесь моя заначка, говорит. Ах ты засранец! Это было мое! Проснись! Долбаная пьянь! Кучка лузеров! В лицо мне это скажи! Мы должны были убить тебя давным-давно. Может, нам валить надо, а? Вставайте вы все! Оп, так, хорошо, что-то пошло-поехало. Какое-то скомканное начало, надо сказать, потому что, блин, к сожалению, вот это вот начальное интро, ну, я вам пересказал вкратце, что он сидел в баре, его оттуда выкинули, потому что он не заплатил или драку там начал. Ну, короче говоря, после этого вот как-то так начинается резко все. Ну ладно, давайте постепенно втягиваться. Так, ты... Шифты у нас удары. Да твою мать. А, нравится? Давай, дружок. Иди сюда, дорогой. Ушатал просто. Так, 2 шифта сразу это блок. Ага, хорошо. Блин, да сколько вас тут? Боевая система, надо сказать, с первой части довольно сильно улучшилась. Да падай ты, мать твою. Давай, давай.
Блин, да что ж ты не падаешь? А, надо парировать его удар. Это как обучение идет. Да ёлы-палы. Ага. Лежать. Чё, бомжок, нравится? Так, комбинация. Выполняйте два разных удара. И потом нажимайте кнопки, которые появляются на экране. Ладно. Какого хрена вообще за бомжовские разборки? Чё происходит? Парик, кантер. Так, ну ладно. Да ёлы-палы, это довольно сложно. Ах ты, скотина. Да падай ты, ёлы-палы. Все, наконец-то. Так, что это было вообще? Теперь у нас, значит, сейчас доску нам дадут, да? Так, дружок, ты что спрятался? Поможешь мне? Нет, у нас какие-то войны с бомжами происходят страшные. Я вообще пока не понимаю, что происходит. Дружок? Я не знаю, мне где-то, похоже, дубину надо взять, что ли? Только я не вижу, где она. А, вот. Хорошо, это у нас такое обучение, я так понимаю, идет. Активное. Здравствуй, друг! А, так. Нравится? Да ты совсем дурак, что ли? Так, ладно. Да ты посмотри, их тут... Ох, а это что такое? Да блин, да просто слишком до хрена этих уродов. Нравится? Ой, блин, он меня ушатывает просто. Ой, блин. Да ёлы-палы, теперь ты чё? Готов повеселиться? Ох, жесть. Ой, лады. Блин, какой-то кошмар сразу пошел. Какая-то битва с бомжами. Так, тут у нас аптечка, по-моему. Хорошо. Что-то это как-то все довольно странно, надо отметить. Первая часть — боль. Вот теперь я точно могу сказать, что сюда я не хочу. Но нам туда и нужно. Первая часть начиналась, мы как-то там были агентом ФБР, выезжали на выезд, то есть все было довольно-таки интересно, а здесь как-то... Ну, не люблю я бомжей. А играть за одного из них — это вообще, по-моему, капец какой-то. Но что-то жутковато стало. Так, новости. Телевизоры и радио с антенной предлагают важную информацию, чтобы найти... Так, найти прием. Игнорируя этот звонок от Ван Хорна, было глупо, и ты знаешь это. Забудь прошлое, как он использовал тебя, как он уничтожил свою жизнь. Найди его, как и ты, он знает о них. И прямо сейчас это все, что тебе нужно. Ван Хорн — это... Ван Хорн, что ты? Жесть, это что происходит? Вот это был Ван Хорн. В первой части он... нам то помогал, то предавал нас. Но в итоге всю бучу он завязал. И на нем все и закончилось. И теперь что-то у него с глазами, по-моему. Ладно, что-то это как-то довольно-таки жутковато, надо отметить. Так, возьмем трубу. Труба точно такая же, как в первой части. Вообще, боевая система, с одной стороны, довольно сильно изменилась, с другой ощущается именно как Condemned. Ни в одной другой игре нет такого... Да, что ж такое, а?
что-то жутковато как-то. Ни в одной игре нет такого ощущения именно боя от первого лица. Единственный ближайший ориентир это, по-моему, Dark Messiah of Might and Magic. Да что там творится-то? Тихо, аккуратно. Блин, я опять времени засек. Где-то, короче, в 7 закончим. Ладно. Кто-то надо мной бегает. А тут есть какой-нибудь фонарик, я не знаю. Ой, что за звуки неприятные. Так, что-то и снизу нехорошее. Ты знаешь, лучше остальных, сколько уродов в этом городе. Всяких безумных, поганых ублюдков. Просто убийство. Безо всякого смысла. Убивай первый, или станешь кормом для птиц. Кто это такой вообще? Так, ну наверх я сюда, так понимаю, только за этим ходил. Ладно. Жутковато, жутковато. Сразу как-то игра хапает тебя в объятия. Дает понять, что с тобой тут цацкаться особо не будут. Твою мать. Что-то у вас тут не слишком ли дофига? Куда не пойдешь, кругом эти ублюдки. У меня даже шокера нет. Да где ты? А, да мать твою, ты посмотри, как сложно драться-то, оказывается. Ладно, живой вроде. Офигеть, сколько психов в этом городе. Распространители звука, эти мистические девайсы, разбросаны по городу. Их предназначение неизвестно, но они... с ними связывают увеличение преступности. Уничтожая их, когда найдешь. А где они? Блин, а как свет? Наверняка как-нибудь... Блин, да подними ты ее. Наверняка свет можно как-нибудь включить. То есть фонарик. Ну явно не так. Ну что ж ты делаешь? А, так. Кружок, вот кружок, точно. О, хорошо, все. Живем. В городе опять какая-то хрень, похоже, происходит. Последний раз народ просто сходил с ума и выбегал на улицы, рвал друг друга. Сейчас, похоже, та же самая ситуация. Так, аптечка. Старые добрые аптечки. А вот и ты, да? Так. Ты там внизу, свинья? Это он мне сказал. Не подумайте, это не я ему. Так, антенну я сейчас трогать не буду, мне, честно говоря, не хочется. Потому что... Там у нас кто-то есть. Да ты... Ой, тихо, тихо. Да ты, пес, что творишь-то, ёлы-палы? Давай, иди сюда. Телевизоры-то кончились, да? Скотина бешеная. Да что, ёлы-палы, что ты психованный-то такой? Блин, надо обучаться местной системе боя. Да, твою мать! Нормально, ушел.
Так, хорошо. Что-то потихоньку получается, осваиваемся помаленьку. Тихо, аккуратно. Ой, блядь! Опять я начинаю материться. Но это хорошо с одной стороны, потому что давно я уже в хорроры не играл. Давай, тварь, вылазь. Это мы уже научились только что делать. Да ёлы-палы. Офигеть. Вот эти, вот эти ушатал, братюнь. Так, а у нас батарейка, что ли, кончается в правом углу? Я только сейчас заметил. Это мы тоже научились. Мы сейчас выкинули только одного. Да твою дивизию, да что ж ты... Говна кусок. Ох, жесть. Ты попал в телевизор, дружок. Да... Да сколько же вас? Ты какой-то весь вообще в кровище. Да что с тобой? Ох, офигеть. Офигеть. Так, фонарик. Фонарик не кончается, что ли, я понял так. А вот этот вот датчик наверху был, это возможно. Я не знаю пока, что это такое было. Так, ладно. Тут у нас толчок. Толчки у нас вроде как ничего. Хорошо, нам в окно, похоже, надо выходить. Ох, как-то в этой части нас сразу бросили, как говорится, в воду. Как хочешь, так учись. Ван Хорн. Эй, подожди. Так, мне, похоже, спрыгнуть придется. Блин, как бы не убиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Собака. Так, хорошо. Тут у нас аптечка, но она нам не особо нужна. Я, честно говоря, не очень хорошо помню сюжет предыдущей части. Мы там гонялись за серийным убийцей X, который убивал, собственно, других маньяков. Но вот детали вообще как-то не особо, честно говоря, помнится. Так, подожди, чё я делаю? Ой, ой. Тихо, аккуратно. Играю я на PlayStation 3, кстати говоря. Очень многие постоянно спрашивают, на чем, в какую игру ты играешь. Жильцы, найдите безопасные помещения, не выходите на улицу. Повторяю, оставайтесь в домах и заприте двери. То есть что-то в городе страшное опять происходит. Condemned 2 на компьютере не выходил, то есть он чисто на консолях. И вот версия для PlayStation 3, она худшая из тех, что есть. То есть для Xbox есть, для PlayStation. На Xbox в этой игре графика, ну, не гораздо лучше, но как-то вот более ровно она идет, короче говоря. Видел обе. Собственно, в первый раз я как раз-таки играл на Xbox. Но в целом графика выглядит вполне себе удобоваримо, надо сказать. Неплохо так. Но, конечно, могло бы и получше. Это что за хрень там была такая? Тихо, ребята. Они что, харчили его? Кто это такие были?
А вон еще один эмиттер звуковой. Офигеть. Это что такое вообще? Гудром какой-то, что ли? Са? Так. Теперь. По-моему, моя труба улетела туда наверх. Это печально. Нужно найти новое оружие. Без оружия, как без рук. Давайте мы послушаем, что говорят. Птицы привлекаются к этим звуковым девайсам. К сожалению, их маленькие мозги не выдерживают мощные волны. Мозг закипает, череп крошится, и они падают. Они мертвы. Куча мертвых птиц означает, что рядом находится одно из этих устройств. Ну да, я вот заметил, что они тут валяются. Так, ладно, мне нужно что-то в руки. Хоть что-нибудь. Чтобы дать отпор этим, я не знаю, кто это такие были. Что такое на стенах вообще? Ладно. А вон там, смотри, можно оружие взять. Ага, и лампу закоротила сразу. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Ну и слава богу. Куда же мы двигаемся? У нас нет какой-то конкретной цели. Продолжая преследовать Ван Хорн, у нас цель, то есть. Но это такая расплюха. Ладно, улыбаемся и машем. Но это настолько расплывчатая цель, что можно сказать, что цели-то у нас особо и нет. Тупо идем вперед. Так, как мне пройти вообще? Я тут не могу протиснуться. Видимо, мне в эту дверь. Аккуратно. Ван Хорн, подожди, я хочу поговорить с тобой. А то, что тут вот такая вот хрень, это тебя не волнует, да? По-моему, это кошмар какой-то. Так, ладно, аккуратно. Еще один отброс бомжара. Сохранение, это хорошо. Да твою мать, как ты дотянулся? Да, бляха. Привыкать нужно. Здесь очень с замедлением все делается. Да дохнет им. Мать твою за ногу, а. Тихо, дружок, тихо, тихо, тихо. Дайся! Да падай ты уже! Фу. Вроде живой. Блин, конечно, жизни мало осталось, ну ладно. Пока что живем. Да чё, какого хрена здесь вообще? Это чё такое? Вот, хорошо. Так, ладно. Пока идем как-то бесцельно, шатаемся. Ну ладно, куда-то вроде продвигаемся. Единственное, меня не радует, что вот этой хрени все больше и больше кругом. Авария на местном гудронном заводе, что ли, или что это такое? Это что такое? Ой!
Что это было и почему игра затормозила в такой важный момент? Так, тихо. Да, я все правильно понял. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Охренеть, это... О-о-о. Офигеть, меня ушатали, просто размотали. Блин, видели, какая скорость ударов была? Так, ладно. Я не понял, а чего у меня оружие так быстро ломается? Натурально не понял. В первой части, насколько я помню, оружие жило, блин, ну там, я не знаю, по полчаса. Потому что, ну все-таки металлическую трубу, я так понимаю, что сломать довольно-таки сложно. Здесь же за 2-3 удара просто я натурально как-то разбираю. Так, давай. А, у меня полное здоровье? Ну ладно. В этот раз неплохо у меня получилось. Так, по новой эта хрень сейчас, которая нас убила. Что, она будет загораться, нет? Все. Погнали. Погнали, ребята. Это что-то жесть какая-то. Тихо. Ой, блин, да они просто жидкие какие-то. Ой-ой-ой. Ой, тихо-тихо. Кто это такие вообще? Что происходит? Ой, блин, что это? Что-то мне как-то не по себе от этой хрени становится. Тут мы сможем подняться, нет? Давай быстрее, только отсюда как-нибудь. Офигеть, это что-то вообще уже невероятное пошло. Сейчас главное не убиться. Тихо. Да бляха. Ах. Я так и знал, что что-то в этом духе произойдет обязательно. Так, ладно, хорошо. Оружие, по крайней мере, не потеряли. Идем дальше. Аккуратно. Спокойно, Бобик. Твою мать. Бобику, похоже, хач настал. Ладно. Пойдемте Бобика проверим. Что-то, блин, какой-то кошмар там с ним произошел, похоже. А, я не могу, да? Ну ладно, нашим легче. Закрыто. Блин, я... Я куда-то совсем уже не туда пришел. Я хамуха. Скотина, чё ж вы такие быстрые-то, а? Ладно. Сохранение, это хорошо. Чё он там делает? Бляха. Он сейчас спины не зайдет? Будем надеяться, что нет. Собаку захарчил. Ладно, аптечки нам не нужны. Понятно, что с Бобиком произошло. Эта страшная неведомая хрень его просто съела.
Ладно, аккуратно. Бросать оружие. В некоторых случаях бросать оружие дает возможность взаимодействовать с окружением. Швырните оружие в лестницу, чтобы открыть ее. Блин, верните мне мою палку, пожалуйста. Я бы сказал, что я промахнулся, но им, видимо, виднее. Ладно, так, поднимаемся. Оружия у нас нет в итоге. А я думаю, мы с ним все равно не смогли бы подняться. Так, хорошо, пацан подтянулся, молодца. Натурально с бомжа играем. И одежда какая-то, и на руках что-то намотано. Как Итан так опустился, я не понимаю. Ой-ой-ой, тихо. Тихо-тихо. Тихо, друзья. Осторожно. Еще бежит. Так, ладно. Ой, блин, это кошмар какой-то. Офигеть. Так, я могу что-нибудь поднять, чтобы тебя швырнуть? А, вот кирпичи, наверное. Это не мои кирпичи тут. Ладно, хоть один кирпичик возьмем. Хоть раз они пригодятся мне. Подожди. Там еще где-то звук такой же, что ли? Ну ладно. Это, я так понимаю, просто коллекционируемые вещи. И ничего они особо не решают. Да не. Тихо, спокойно. Все у нас получится. Я просто хочу выбраться отсюда. Здесь что-то как-то совсем все плохо. С первой серии сразу бросать такой кошмар. Это, по-моему, не очень хорошо. Так, ладно. Что у нас там по времени? По времени как раз у нас завершение этой серии. Ну что я могу сказать? Давайте на этом прекратим. Довольно-таки страшно, надо отметить. И совершенно не ожидал я чего-то такого от этой игры. Ну как не ожидал? Я примерно помнил, что вот такой кошмар как раз и будет происходить. Но какие-то вот эти вот гудроновые человечки, это что-то вообще странное. Я такого от Condemned не ожидал, всегда был довольно-таки реалистичной игрой. А здесь просто какая-то чернуха пошла. Но с другой стороны, это круто, потому что меня натурально встряхнуло. Увидимся в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.